Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хотел показать вам вот этот аквариум, свой, 70-ку. Выглядит он безобразно, как мне уже сказали мои зрители. Не видно разницы между растениями среднего и заднего плана. В общем, растений много. Выглядят они неэстетично. Сейчас я хочу отсюда что-то убрать, что-то добавить. Немножко изменить ландшафт. О том, как это будет, я сделаю репортаж, продолжу дальше. По мере того, как буду пересаживать что-то, по мере изменений, буду показывать этапы. Ну вот эти растения, апанагитон, нимфоидис на переднем плане, они растут здесь в середине, и они друг друга затеняют, оттеняют. Вместе они как-то не смотрятся. Очень сильно подрос стаурогин. Вот. Эти все три растения солитеры, хорошо бы их показывать по одному, а они в куче, и поэтому не видно совершенно заднего плана. Эхинодорус на заднем плане очень крупный. В общем, не знаю, сейчас я попробую что-нибудь изменить здесь, в этом аквариуме, а потом мы вместе с вами все это посмотрим. Не видно мха на заднем плане. Кстати, вот этот вот мух был немножко в возрасте, в зеленке. Я вам уже показывал. После этого я ободрал вручную немножко зеленку. Обработал его пару раз перекисью водорода. Прямо здесь. Но как вы видите, что он не погорел. Не сжег его. Сейчас водорослей на нем нет. Выглядит он нормально. Свежие молодые побеги. Обработка была буквально не больше недели назад. И сейчас он чистенький. Вот так изменился интерьер. Вот так я попробовал его изменить. Заранее извиняюсь за качество съемки. Моя камера находится в ремонте, а эта камера несколько хуже. Просто аквариум растет, изменяется. Не надо показать его сейчас. В дальнейшем камера придет из ремонта, я, конечно, покажу еще раз в лучшем качестве, поговорим более подробно. А сейчас я постарался разместить растения в соответствии с их характером, в соответствии с их особенностями. Ну и вам судить, что из этого получилось, что не получилось. Пока общий план небольшой. На сегодняшний день с растениями пока разобрался. Теперь осталось разобраться с жильцами этого аквариума. Хочется убрать отсюда эту мелочь, гупьёк, донюшек.
оставлю, наверное, как фоновую рыбу. Вот этих вот красненьких. Минорок. Минорка серпас. Тетрасерпас. И, конечно, оставлю от истограммок. Может, кого-то добавлю еще, может, уберу. Оставлю сомиков, оставлю водорослеедов. Они мне очень нравятся. Здесь парочка водорослеедов. И сомиков присосок, конечно, оставлю. Несмотря ни на что, здесь выжили креветки. Вот они сейчас прямо расположены. Эта камера плохо показывает. Прямо под бистограммой три креветки. Но, к сожалению, этой камеры не показать. Креветки здесь не только живут, но и размножаются. Я здесь недавно видел несколько мальков креветок. Подростков, креветят. А вон ту пещерку уже обследовал самец бистограммы. Она ему понравилась. Будем надеяться, что они ее используют по назначению. Ну, пока так. Камера придет с ремонта, я вам покажу в более хорошем качестве, в более лучшем качестве этот аквариум. Поговорим еще о растениях, есть еще что сказать. О том, как они совмещаются друг с другом. Ну, есть, в общем, много идей. Пока все озвучивать не буду. Придет камера, сделаю новые ролики. Все покажу, расскажу. Если есть вопросы, задавайте. Постараюсь ответить на все вопросы в следующих выпусках. Камера придет, наверное, не раньше, чем недели через две. Вот он, красавчик. Оп, убежал. А пока до свидания. Еще раз извините за качество изображения.